Всем субботний привет. Вот вчера вечером перед сном решила я зарядочку позаниматься. И такое удовольствие получила на улице. Вот прекрасная погода. Здесь у меня такие небольшие завальчики. Ну, может быть, сегодня заведу шайтан машину. Ой, а что это у меня тут такое интересное? Похоже, у нас уже бои происходят. Боже мой, вот это да, тут серьезно было. Серьезненько. Крови нет, поэтому, наверное, так потрепали себе друг друга и разошлись. А здесь у меня еще, конечно, завалы. Иду курочкам. Сейчас будем курочек навещать. Да. А что у нас там? У котейков. Кто-то вон там, ага, спрятался черный. Только что я видела. В дырочку. Так. Спрятался. Там сидит. Ну, здесь еды у вас завалы. Поэтому ничего подсыпать даже не буду. Еды много. Интересно, кто же у нас тут отношения выяснял? Ой, а сколько лапок. Боже мой. Весь кошачий народ у нас здесь собирается. Ой. И здесь тоже, вы видите, миграция моя маленькая. Везде, отовсюду бегут. Ой, какая красота. Никогда такого не было. Посмотрите, прям вообще. Это, наверное, потому что у меня там масляный аккумулятор. Ой, этот обогреватель стоит. Может быть, это... Тепло наверх же уходит по законам физики. И крыша потекла вообще. Ой, а как тут пройти? Сейчас тихонько надо. У меня, вы видите, прям вообще. Ну, мороз еще не съедет ничего с крыши. Ну, красота, да? О. Настоящие сосульки. Прям хоть отламывай и ходи. Ходи с сосулькой. Как в детстве. Так. Тихулька. Я вам гостинчик несу. Ой. Никак не открою. Свой кодовый замок. Куриный. Мальчик мой. Как у вас здесь дела? Как вы тут? Нормально? Да что ты? Нормальненько. Так, на первый, второй рассчитайся. Все на месте? Да. Да. Прыгают. Молодцы. А я вам вкуснях принесла. Сейчас лоточек найду. Здесь из три сырника вам принесла. И овсяную кашку. Да, и даже немножко квашеной капусты. Да, витамин С. Держите, я пока лоточек найду. Держите пока кастрюльку. Чихуля. А что там по яйцам? Вообще что-нибудь происходит? Мне прям интересненько. Так. Ну-ка. Что у вас тут по яйцам? Ой, с улицы заходишь... Здесь, кажется, темновато. Вот одно есть яичко. Да. И вот еще одно. Молодцы. Работают. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Чифулька разговорился. Да. Мой отряд. Да.
Тиф, а ты чего? А ты чего не ешь ничего? Чеволя? Давай я тебя покормлю, заинька моя. Иди ко мне, мой мальчик. Иди, вот я тебе смотри. Да ты мой красавец. Иди. Смотрите, как он у меня с руки ест. Иди сюда. Ну, ешь сам. Давай. Давай, Чефулька. Он аккуратненько берет с руки. Да. Это вот, ой, вот эти вот за пальцы хватает. А Чефуля аккуратненько. Он каждый кусочек будет аккуратненько брать. Да. Кушай, кушай. Давай, творожок, это полезно. Для костей, для сосудов. Для всего. Ты моя зайка. Кушай, кушай. Да. Да на, там же есть у вас. Нет, вот ей тоже надо с руки. Ну ты это не щипай. Вот, аккуратненько надо, да. Да. Ты моя зайка. Вот, вот прям как аккуратненько, тихонечко берет. Молодец. Чиф, у них есть. Кушай. У них все есть. Ты моя зайка, молодец. О, зачем ты палец мне прищемила, дурында? Ой! Вот, а Чефулька вот сейчас аккуратненько все крошечки соберет. Давай. Ну, молодец. Ты у меня умничка. Молодец. Все? Это уже все, не кондиция. Да? Ну, ладно. Ну вот и Чифу покормили. Ох. Вот такое у нас утро субботнее. Да. Котики там где-то потрались. Ой, даже котики здесь залезают, сидят. Лапки везде кругом. Да. Ну что я вам хочу сказать? Всем хорошего, доброго утра. Всем мира, добра и любви. А я сейчас буду в лоточек перекладывать свою кашу, свои гостинцы, которые я для кур принесла. Одной рукой мне это, конечно, уже проблематично сделать. Вон одна нашла что-то. Бегает, все за ней носятся. Боже мой. Кастрюля стоит, ешь не хочу. Но там что-то, видимо, вкуснее было. Ой, странные они все. Да. Вот стоит спокойненько, ест кашку с сырником. Нормальненько. Все вкусно. А эти дурочки носятся. Чиф за ними наблюдает. Да? Может подойти и пол буду клюнуть. Он такой серьезный парень. Да. Ну ладно. А то тут очень мало кто может подойти. Поэтому мне надо это все в лоточек выложить. Всех целую, обнимаю. Всем мира, добра и любви. А пока. Пока.